Спекуляция на теме боли провалилась. Министр обороны Украины уволил с должности своего советника, фотографа Дмитрия Муравского. Эксперты заподозрили украинского военно-фотографа Муравского как раз в фабрикации снимков из Донбасса. Это один из них. Муравский сотрудничал с Минобороны Украины. В августе он разместил на странице Facebook альбом фотографий под названием «Боль войны». Самым популярным стал снимок, на котором якобы запечатлен момент взрыва во время боев за село Широкино под Мариуполем. Однако вскоре пользователи Facebook усомнились в подлинности снимка. Кроме того, появилось открытое письмо, в котором ряд фотографов, в том числе украинских, выразили мнение, что фото может быть постановочным. По словам взводного одного из батальонов Виктора Мороза, военнослужащие позировали специально для фотографа по приказу командования.